И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, я продолжаю играть в Ark Survival Wolves, а также на Генезисе. Сегодня мы пойдем в лунный биом. Пойдем в лунный биом. Почему в лунный? Не знаю. Не знаю, что-то захотелось в лунный. Ну вот, пойдем на короля жреца. Почему бы, как говорится, и нет. Возьмем с собой восьмеру. Восьмера, он... точнее, она... менее прокачан, чем остальные, поэтому подкачаем ее. Поэтому отправляемся на Луну. В целом такое знаковое место. В том плане, что легко найти, куда лететь. Ох, как красиво. Так. Сразу же вызываем Рекса восьмого. Как я уже сказал, потому что пошел ты, даже пошли вы. Вот Рекс восьмой, потому что нужно подкачать. Да, и нужно подзачистить по ходу дела. Нифига тут месиво какое. Ну ладно, пойдет. Пока что Рекс, о, раптор, твою мать, или что там, застрявший что ли раптор был? А, ну, допустим. Так, да, здесь у нас только король-жнец. Поэтому с этим проблем, я думаю, не будет. В смысле, сюда мне возвращаться уже не нужно будет. Давай отметим лучше. Да ёб твою за ногу. Так, вот это вот отменить. А, какой нафиг отменить? Отменить миссию можно было? Так... спокойно, я не знал, что так можно отменить миссию. Я реально не знал, что так можно отменить миссию. Я телепортировался отсюда нафиг, чтобы отменить миссию. Не, ну лучше поздно, чем никогда. Узнать, что так можно отменить миссию, если что-то пошло не так. Да уж, сколько я времени потерял. И нервов, пожалуй, в некоторых случаях. Ладно, ладно, пофигу. Плевать, забыли. Это ты по возвращению своего. Все понятно. Погнали. В целом, ничего сложного, опять-таки же, точка А, то... это что такое? Столько всякой какушки в воздухе летает. Ё-моё. Добрый вечер. А чё это здесь столько всякой фигни летает в воздухе? Это типа остров такой, что ли? Из-за этого здесь так все? Ну, наверное. Неисправный тег. Ё-моё. Прикольно. А, это, наверное, миссия так. Запустилась. Добрый вечер, ты куда там полетел? Ну, дай фиг с тобой. Ну, прикольно, место такое. Они просто туда птиру и летят. Прикольно, неисправный. Они все становятся, что ли, неисправными? Добрый вечер. Не, ну слушай, это прикольно. Ну это прикольно. Это как минимум прикольно. Так, ну здорово, чебрики. Дай-ка я быстро это просканирую. Ой, вы там застряли. Ай, блин, вылезли. Не дали поглумиться спокойно. Так, ладно. Принц, женец, женец, принц. А! Не в жопу! Сюда. Ой, опять. Это фигня. Да. Лучше трубу включить. А вообще лучше и яркость, наверное, включить. Все-таки пока что еще темновато. Давай яркость включим. Ёшкин кот. Так, ну это обычный. Ой, ты вернулся откуда-то, что ли? Ё-моё! Что ж вас так много-то? Так, погоди. Это возгрызть. Отлично. Ресурсов много не бывает. Погнали. Даже паразавр. Офигеть!
Так, иди нафиг. Так, ну, Рексы, вы сами по себе безумцы. Ищете нападать на меня. Ай, да ёб, вы же за ногу. Так, не, давай вот это лучше включу, потому что что-то здесь... у вас тут их много. Отлично, отлично, живем, погнали. Да уж, в лунном биоме лучше трубу оставить включенной, чтобы было все-таки поудобнее. Потому что что-то какая-то фигня нездравая. Сканер включен. На зале тоже появляется. Ну здорово! Ишь! Так и циркулатель. Хорошо, допустим, а как вы мне предлагаете с ними воевать? Ладно, это подлетел. Блин, так и циркулатель. Обалдежно. А ну вы все-таки сами подлетаете. Не, расцветочка, конечно, кайфовая. Чисто такой красный, такой ярко-красный. Не, конечно, было бы ярко-красный, такой прям четко красно-синим, было бы все равно поприкольнее. Просто ярко-красный цвет, он такой глаза раздражает. Ярко такой синий, он сильно глаза не раздражает все-таки. Выглядит все так же кайфово, но глаза не раздражает. Ну вот как-то так вот и я классифицирую свои мысли. Черт побери. Но точно могу сказать, металлолом и электрики я здесь получу. Обалдеть, сколько много. Надо было чуть ли не в самом начале, короче, здесь тусоваться. Реально, вот Тамиш Рекса лучше этого. Вот как у меня, короче. Выращиваешь мощных, жестких. Проходишь дрищ-миссию по седлу на Рекса. Ой, не лагай, зараза. Нифига вас тут! Ну еще вот, конечно, вот эти вот эффекты у меня тут сейчас FPS сжирают, прям ужас как. Короче, реально. Что нужно делать на Генезисе? Тамишь Рекса в лунобиоме. Проходишь миссию на Рекс седло. Ёб твою ж, вот вы, конечно, меня на бетке точно будете бесить. Проходишь этот... там миссия реально говно. Там миссия говно, потому что там это... Там просто забей. Вот, проходишь... там ёб, прям как нафиг нам просто проплыть и все там. И все, идешь в лунный биом, проходишь пару таких миссий, даже гамма, да уже вообще насрать. Ну смотрите, сколько урона я вношу, то есть как бы даже дрищ, он внесет дофига урона. И смотрим, сколько я получаю ресурсов. Напомню, электронику я создавал, я лутал жемчуг для того, чтобы создать электронику. Я нереально... Ой, я не знал, что даже здесь есть край. Я реально не знал, что... Ну, начнем с того, что я очковал очень в лунный биом заходить изначально. Я почувствовал тот самый вот это вот... эффект вот это вот, который меня посещал только на старте игры, когда я только начал играть. Я прям кайфанул, конечно, от этого все-таки. Я очковал сходить в лунный биом, потому что я не знал, что там будет. Это, как я уже неоднократно рассказывал, то такой же эффект у меня был, когда я очковал подняться вверх на скалу. Потому что я не знал, что там меня ждет. А там меня ждало, между прочим, много металла. А я металл добывал с обычных камней. Вот. Вот сейчас эффект точно такой же сейчас, вот реально. Я такой понимаю, что я мог пройти одну какую-нибудь такую миссию и получить настолько много... железа, электроники и так далее, что мне бы ее хватило надолго и счастливо. Но нет, увы. Я тупил. Ну, без тупости никуда. Так что это нормально. Это нормально. Конечно, я куда больше тупил, что я не томил Рекса. Я всячески отнекивался от томления Рекса. Вот честно. Но когда у меня уже в очередной раз помер мой Динос, я просто понимаю, что да пошло все в жопу и притомил Рекса. Конечно, ни разу не пожалел.
Ну, точнее, продавил двух рексов топовых. Ни разу не пожалел, потому что, извините, это еще та скотина, которая может творить чудеса. Тем более выращенная. Поэтому, да. Да, да. Ну, в целом, да, я прекрасно понимаю, что вот я сейчас на Генезисе в какой-то мере прохожу через то, через что я обычно проходил, ну, ранее. Вот ты где. Собака плешивая. Так, не-не-не, погоди, нифига себе там, чё, под ногами ползает козёл. Вот эти партикелы, конечно, в воздухе прямо бесячие. Эй, давай ты цепляйся! Не зацепился. Чем больше я наблюдаю эти глюки, тем больше они напоминают мне арт. Не то, чтобы я в действительности была на арт, но там была Хелена. Она выжила на арт, покинула землю, превратилась в густок чистой энергии, создала меня. Этого уже немало для голограммы, если честно. Но если ты когда-либо задавался вопросом о том, как симуляция Genesis сохраняет твою личность и переносит ее в тело, то это одна из первых технологий, которые они использовали на всех этих кишащими динозаврами арках, там, на орбите. Все-таки заметки здесь такие прям это... Ну вот, что очень хорошо, на Генезисе, ты... Так, давай вот так все-таки, слишком ярко около центра. Ах ты же рабас! Я слышу такой звук отвратительный. Я же даже не сразу вспомнил, откуда это. Я же своего с базы убрал, поэтому теперь он меня так не бесит. Вот. Очень-очень много узнаешь по вот этим глюкам про сами арки и в целом вселенную игры. Ты не кисло так узнаешь по ним. Это прикольно, конечно же. Это очень сильно важно, я бы даже так сказал, то есть, скажем так, не прочитав или хотя бы послушав заметки, очень тяжело понять, что здесь вообще происходит в игре в целом. Я уже неоднократно говорил о том, как можно не читать заметки, а можно посмотреть это. У меня всегда, вроде бы даже в описании всегда есть эта ссылка. И в конце видео всегда есть этот ссылка на канал, где, собственно, есть все заметки. Почти все, они не делают их. Все в процессе. И реально, вот, когда ты уже смотришь все эти заметки, ты так сильно воодушевляешься, что охота играть. И это прям реально, это реально классно. Это, ну, неописуемо. Я в целом не смотрю никого по арку. Почти на месте. Прям, ну, опять-таки же, во-первых, из-за того, что я сам играю в эту игру. Во-вторых, из-за того, что когда люди тупят в том, в чем ты не тупишь, это прям бесит всех. И это я прекрасно знаю даже по тому, как... люди смотрят меня, это 100%. То есть, когда я туплю в том месте, где они не тупят, это прям очень сильно бесит их, это я прям уверен на 100%, потому что это меня точно так же бесит. Ой, когда я сам осознаю, как я тупил, это вообще просто. Да, конечно, вот эта дымка косячная, козлячная, прям аж очень сильно бесит, я бы даже так сказал. Опустошитель, добрый вечер! Серьезно? Ядрить, тебя растудить. Офигеть! Вот это я понимаю, лунный, мать его, за ногу биом. Чё я только тут уже не встретил за последние... Не, ну, братаны, ну я вас не хочу убивать. Так. Блин, зачем самое, что самое главное? Ну, нападете, конечно, да, кирдык вам будет, что поделаешь. Я нашла то, что нам нужно вернуть. О, здорово! Ну, ёб твою за ногу, да пошел ты! Так, давай сделаем так. А можно убрать это токсичное облако? Пожалуйста. Мне для фотографии. Ну или так хотя бы. Давай вот так сделаем.
Да не сильно уж, да, фотография получится по ходу дела. А если так все-таки? Ты там меня в скалу-то не запирай. Я ногами, я могу выпендриваться. Вот, скажем так. Так мало урона в тебя вносит. Ёшкин кот. Ну, допустим. Так, я хочу взять заметку. У меня время позволяет. Я хочу взять заметку, чтобы потом сюда не возвращаться. С тобой все в порядке, дружище. Просто, исходя из того, что я увидела, исправляю глюк, кто-то или что-то пытается повысить уровень агрессии выживших. Агрессивные динозавры, это понятно, это часть теста. Но зачем сравнивать выживших друг с другом? Не могу понять, увенчалась ли попытка успеха. Узнаем, если встретим кого-то съехавшего с катушек. Ну, на локалке мы это не узнаем, но факт, да, факт. Прикольно. Так, погоди. Это получается, типа, хвост мы подбираем, да? Ай! Я же забыл, мы берем и сразу же надо драпать. Там штаймер сразу же тикает. Ну, погнали, 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 вперед! Ой, да идите в баню. Остались вы мне вот больно. Давай. Входи в повороты аккуратно. Остранись, разойдись. Не мешайте мне пройти. Мне нет до вас дела. Идите нафиг. Эп. Да, но здесь драпнуть очень легко. Они... Обожаю, когда вот, вот в таких миссиях идет типа такие диносы, как эти, как жнецы. Про что я имею в виду? Вот они появляются, и первая их реакция на тебя, они начинают кричать. Так же, как рексы, первая реакция на тебя, они начинают кричать. И это самый кайф, когда тебе нужно просто мимо них пробежать. Они начинают вот это вот... А ты... Пока он докричал, ты уже, короче, уже сдрапнул на 10 корпусов от него. Удобно? Ну, черт побери, конечно, это удобно. Вот, и как бы в этой миссии... Точнее, в таких миссиях, где нужно просто сдрапнуть, это прям... Очень-очень мое почтение. Не-не-не, ну ладно, ладно, ладно. Не будем убивать просто так. Мы же добрые. Это чё? Яйко? Яйко. Не, яйко не будем подбирать. Да зачем оно? Сейчас вот эту вот собаку убить. Летающую. И все будет хорошо. Так. Урон. Ну, еще можно левелок подкачать. Кстати, что я здесь вообще получил-то? Ну, так, ботинки. Так, лишь так костюм нормально соберу, на скобочках нет. Это можно сразу же выкидывать. Да и вот это, ну у меня там места нету. У меня два сейфа забито. Один сейф забитый, это... шмотками, второй сейф забитый седлами. Я уже вот такие седла и шмотки просто выкидываю. Все, что можно было переработать, я уже перерабатываю. Ну, как бы, камон. Два сейфа, если что, по 600 вес вместимости. Ну, как бы, да. Из плюсовские все-таки, как-никак. Ой, дядя, ой. Да, естественно, погнали. Уап-уап-уап-уап. В целом, очень легкая миссия. Очень легкая миссия. Самое тяжелое в этой миссии это лишь только... Ох, ты ж ядрит, тебя растудить. Вот про это-то что-то я забыл. Это мне... без светлячка-то как дерьмово будет вас атаковать. Скоты паршивые. Ну ладно. Короче, эта миссия будет долгой. Включусь в конце или чем, на чем-нибудь интересном. Все-таки это выглядит эпично, когда просто 4 кицеркотля подлетают и начинают тебя клевать. Ну, как бы, камон. На альфе они хоть что-то да нанесут. Ну, в смысле,
повоюют, как бы на бетке все еще не очень. Это, кстати, уже второй раз, когда так кто-то один на меня атакуют. Самое бесячее, конечно, это все-таки вот это. Без светлячка эти миссии проходить все-таки дебилехонький, прям ужас. Прям бесячий, но нет. Я не знаю, как я буду лайфу проходить, долго мучиться. Но здесь просто может у меня времени не хватить, ну честно. Вот светлячка, думаю, наверное, потомить. Тем более у меня есть семена Z. Я их налутал, когда проходил вроде бы прошлую миссию. Ну, в смысле, пока добывал ресурсы. Поэтому задумывался реально притомить светлячка какого-нибудь мощного, жирненького, чтобы он освещал мне путь, дорогу. Кстати, не понимаю. Ну вот, солнце светит тебе, какого фига ты не освещаешься? Нет, условности, мать вашу. Зато светит так, что же глаза вырезает. Кстати, это еще 1,8 гамма. Дефолтная 2.2. Так что это еще по-божески. Ладно, продолжаем. Ну вот, бетка. Бетка уже, конечно, посерьезнее. Более бесит, потому что отталкивает. Ну, встал просто в другое место, поэтому он меня более бесит. Отталкивает собака долбаная. Прям постоянно. Там-то в стенку уперся, и вообще пофигу было. Вот, но здесь, да. Пойду, пошел. ХПшки. Да не сильно много. А вот сколько я урона вношу, это да. А на альфе я буду по 63 бить. Ну ладно, 65 возможно. Вот посчитайте, 46 тысяч я сколько ему должен выносить. Поэтому что? Светлячок нужно будет обязательно. Поэтому сейчас между миссиями сгоняю и притомлю светлячка. Ой, на паузу нажал. Потому что вариантов ноль, да. Хотел вот это нажать, нажал на паузу. Ну лошару, что поделаешь. Вот, поэтому да. Чутка плохо. Чутка все плохо, я бы даже так сказал. Отлично. Надо сейчас Рекс поставить, так, чтобы это... Сейчас же опустошитель еще будет нападать, да, на меня? Ну, насрать мне хочет, короче. Будут? Ну, хотя, может, и не будут. Вот сейчас я вам... Надеюсь, продемонстрирую ту свою теорию про то, что, типа, это... Они все будут кричать, и они сразу за мной бежать. Давай, опускайся вниз. Ну давай, ублюдок, мать твою, за ногу, иди сюда. Лично. Дело сделано, сматываемся. От здорово, я же сказал, будут атаковать меня. Ну, тут как бы вообще насрать на них. Погнали. Я тут тени, короче, чутка увеличил радиус, а то на Рексе сидишь и тени прям в упор не отражаются. Ну-ка. Как ж тут светло, ужас просто. А вот смотри. Видишь? Оп, начал кричать. Вот Рекс. Да. Вот. Оп, начал двигаться. Вот. Это тоже начал двигаться. То есть вместо того, чтобы встать на пути, он просто начинает вот это вот кривляться. И это, да, анимация не как у Рекса, дебилёхненькая, но все же. Что же мы тут получили? Ну так, ботиночки еще, арбалетик, допустим. Лучше мёд. Ну, кстати, да, светометом можно. Ну а светометом чё? Я ж его на Рексе-то не надену, так что какая разница, да, светометом толку от этого ноль. Оставить светомет это... Да не, легче сейчас светляка притомить просто и все. Тем более, семки Z... О, Z же им нужны семки. Вот, они это есть, так что вообще пофигу. Ну, если... Ну, да не X, вроде бы. X-ов же на операции нету. Вот, поэтому пойдем туда. И будем уже выносить альфу. Да, ну, понятно, сначала все-таки светляка. Какого светляка притомить? Мне все-таки нравится всегда Яснокрыл. Всегда нравился. Он нравится, но такой истребочек прикольный. Светорог прикольно, но когда у тебя
некий парашек, оленерожек такой сидит на плече, ну выглядит тупо. Он подруги мне не нравились, честно, всегда не нравились. И что получается у нас там еще? Ящерка, забыл, как там, светохвост, что ли? Тоже не очень. Ну, соответственно, либо светорог, либо яснокрыл, ну, будем яснокрыл комить. О, смотрите, какого нашел. Газбакс тусуется. А тем временем, во, кое-как выудил, блин, из-под скалы. Просто любитель летать в текстурах. Но ничего, ничего. Получилось, получилось. 150 левел, все дела. Красота. Вот, теперь осталось самое главное. Немножечко подкачать. Ну вот вам и альфа, как говорится. Урона вношу больше, чем в бетке. Почему? Потому что у меня есть светлячок. Кстати, кто не знает, как подраскачать светлячков, вот это вот и все, ставишь их на агрессию, либо атаковать вашу цель. И садишь его себе на плечо. Все. То есть ты его даешь добить Диноса. И все. То есть как бы самое легкое, это, конечно, оглушить кого-нибудь, кого он будет добивать, так намного легче, и все, то есть как бы ничего сложного. Он добивает, экспо получает, все хорошо, все замечательно. А тем самым ему потом уже раскачиваешь те нужные характеристики. Ну, в данном случае я качал именно радиус. Да, только вот лунный биом, кусок блевоты, конечно, как минимум из-за вот этого. Ну, камон, просто он подлетает под меня, подкидывает. И ты такой, ну окей, я теперь лечу далеко-далеко, на луку по суцуку. Козлы, я бы даже так сказал, а не ко. Козлы те, кто вот, не может даже такое починить. Ну, в данном случае разработчики. Ну, понятное дело, им это не нужно было. Все говорят, сырой продукт. Ну, а что поделаешь, это как бы вполне нормально. Фиг с этим всем. Самое главное, что... Да, я даже первую точку не досканировал, но приколюха. Вот. Самое главное, что мне сейчас со светлячком будет намного легче все сделать. Это главное. Погнали. Погнали проходить, мать ее, за ногу долбанную сраную миссию. Альфа-миссия. Да уж, есть шанс, что я не пройду с первого раза. Почему? Тупо время. Очень много времени отнимают эти мелкие ублюдки, которые тебя подталкивают вот так. И ты такой, а, ну да, я полетел. И все. То есть ты в этот момент теряешь, во-первых, очень много времени, ты ничего не можешь сделать, и ты такой, гравитация. Ну, то есть, как бы, здесь все сделано так, чтобы ты именно вот на вот этом очень много времени тратил. И вот, давайте посмотрим урон. Там было по 600 с лишним. Сейчас присветит, по 1800 глушу. Ну, то есть, со светом бетка сложнее, чем альфа. Единственное, время. Время — это просто чертовски отвратительный кусок говна. Нет, тут я сейчас еще и сейчас встал так некрасиво. Ну, то есть, вот, опять-таки же, меня подкинуло, я улетел, я не смог встать. Где-то там вот это не пойми как стоит. Вот это самое тупое. Ну, лунный биом — это кусок хуйни, честно говоря. Ну, вот это вот дерьмо с гравитацией — это прям отвратительно. Ну, честно, это очень сильно непродуманное дерьмо, потому что в условиях игры, где не приспособленная к гравитации, скажем так, игра не приспособленная к гравитации, включается гравитация, и ты такой, ну окей, и вот эти вот условности — это кусок говна. Ну вот, то есть она на это не рассчитана, игра была, но здесь сделали так, чтобы типа было, мы так захотели. И это самая главная тупость-глупость, потому что я говорю, ты вот это подлетаешь, подпрыгиваешь, и все. Вот сейчас вот что вот он так медленно шел. То есть он просто летел. То есть тебе кажется, что он бежит пешком? Нет, он летит. То есть ты нажимаешь Shift и думаешь, какого фига ты не бежишь? Какого фига я тобой не могу управлять? Нет, он летит.
И это тупость. То есть он наступил на маленький камешек такой и полетел. И такой, что такого фига? А что порой самое тупое, ты такой наступаешь на маленького пиздюка, и вот про что я поговорю. И все, и ты потом не можешь управлять. А что самое тупое, когда он бежит тебе навстречу, ты бежишь ему навстречу, вы такой сталкиваетесь, и ты летишь, короче, просто в стратосферу, короче. Это прям сильно припекает, когда у тебя времени в обрез. Вот, скажем так, прям очень сильно припекает. Ну и с другой стороны, просто нужно меньше задерживаться на всех точках. Прям реально. Бежать, бежать, никого не зачищать. В целом, я бы успел, если бы я бы по привычке не пытался зачищать первые две точки. То есть я первую точку зачистил, вторую точку зачистил, потом такой... Твою мать, время же заканчивается. И это была основная проблема моя. То есть, скажем так. Да, ну еще вот та тупость, которую вы видели поначалу, где я просто улетел куда-то вон туда, там что-то где-то уперся, куда-то воткнулся. Это такой, бляха-муха, какого фига? Вот. Поэтому, да. Так, я жду это, да. Я правильно миссию включил. Я что-то включил миссию, только даже не подумав, что я вообще включил. Да, правильно, король жнец, все дела. Не страшайтесь, короля жениться. Ладно, продолжаем пытаться выживать. Ну вот, когда так, это хорошо, это прям мне нравится. Пускай летят собаки. Вот примерно про такое я говорил. Только здесь у меня сейчас проблемка, у меня светляка на перезагрузку ушел, и типа я по ним наношу урон, сами видите какой. Не по 2800. О, светлякан включился, и сразу же урон по 2800. Вот. Поэтому, как бы, да. Ну вот про такие случаи говорил, но только здесь опять-таки же, здесь я уже сразу же знаю, что делать. А что делать? Ты просто бежишь на точку, всеми правдами и неправдами надо насрать на всех, на вас, пошли вы в жопу, ублюдки. Главное, зацепите, чтобы он хоть как-то начал ее сканировать. А потом уже можно пытаться как-то что-то... Вот, видишь, он все еще сканирует. Ой, прилагало. Это самое главное. То есть вот, сканирует и все. При всем при этом надо обязательно забежать на точку, потому что он, ну, то есть Хеленка, она не зацепит эту точку сканирования, то есть она не будет сканировать. То есть у меня такое бывало, что я стою, сражаюсь около точки, смотрю, она не сканирует, такой, вот, и летит. Вместо того, чтобы шагать, он просто в воздухе в полете. И вот опять меня зажали из-за вот этого полета. Ну сейчас время есть. Сейчас время не 4 минуты, как было в прошлый раз на этой точке. Все-таки побольше. Но вот такая вот дебилехонькая фигня с гравитацией есть. Это прям бесячая собака. То есть вот, нужно обязательно встать на точку, и тогда уже начинает сканировать. Потом уже можно бегать, что-то по кругу, с кем-то сражаться и так далее. Самое главное, добежать на точку, активировать ее, и потом уже сражаться со всеми, кто на тебя нападает. То есть, как бы, там уже просто тупо насрать. Даже можешь пытаться убежать, если сможешь, ради бога. Но убежать вряд ли получится. Отлично, ваш яснокрыл был убит. Радиация убила яснокрыла. Ну, супер. Не, это забей, это можно сразу миссию начинать сначала. Хотя, пошел все в жопу, честно. Пошел все в жопу. У меня эта миссия уже бесит, я его просто с винтовки сейчас завалю и все, нафиг. Ох. Ну вот такая вот фигня. Забыл про радиацию. Ну и в целом здесь еще это, надо было хотя бы рулька надеть. Здесь же еще этот, видать, в точку наступил. Здесь же бабах, и там бывает и по 200 урона вносит прям в седока. То есть как бы тоже дело такое. Вот. Кстати, вот про что я говорил. То есть вот они бьют, а ты им сделать-то ничего не можешь. Они все под тобой. А вот сейчас я летел. Ну, то есть, очень кусок говна, я бы даже так сказал. И, кстати, здесь я сейчас читал заметку про то, что, типа, этот биом изначально был как тестовый, все дела, а потом кто создавал Генезис решил, типа, пойдет как биом.
Ну, это знаешь, это, наверное, слова разработчиков. Типа, сначала делали-делали, а потом... Ай, да короче, и так сойдет. Че, мы сейчас будем заворачиваться, что ли? Что-то придумывать будем нормальное, адекватное. Делать нам нефиг. Ну, вот я думаю, что это вот примерно так. То есть здесь прям очень непродуманный биом в плане вот этой вот гравитации. Прям чертовски непродуманный. Да, он, я эти выложил. Ой, куда бежать? А, куда бежать? Эти выложил на выносливость. Ладно, пофигу. Тут главное до точки сейчас добежать, а там насрать уже будет. Что? Где там вообще пофигу? Вот. Даже должен успеть просканировать. Нет, не успел просканировать. Слишком далеко отошел. Ну прям очень бесячая луна. Прям очень бесячая луна. Следующую миссию надо какую-нибудь другую пройти, чтобы хоть как-то подуспокоиться от этого бесячего говногравитационного дерьма. Ну прям очень говногравитация, прям сделана отвратительно. То есть в игру, которая не должна была рассчитана под это быть, то есть они добавили просто медленно плавное падение. Вот. Плавное падение, черт побери, вспомни, как это говно обзывается. Все. Погнали, убивать кусок говна. Конечно, не с первого раза, но со словами пошло все в жопу. Выбрался. Ну честно, пошло все в жопу. Прям вот идите в жопу. Все. Дебилёхонькая миссия. Я, кстати, там как бы не только из-за багов. Это же не забагованная карта. Вот, я умудрился... Сколько тут? Ну, опять, да, дофига. Дофига, короче, металла, дофига электроники опять залутал. О, давай смотреть. 1500 броня? О, я на эскейп нажал. Я умудрился запрыгнуть, то есть вот высота скалы примерно вот это была. Я умудрился на Рексе туда залететь. Ну вы скажете, конечно же, не-не-не, это не забагованность, это не разработчики криворуки. И мне еще про Extinction писали, что Extinction забагованный. Не, братва. Extinction, ну, по сравнению с этим, просто сказка. Как говорится, все обознается в сравнении. И вот это сравнение кусок говна. Ну ладно, в любом случае. Так, ботинки на 1500 это, конечно, неплохо. Но, ну да, прикольно. Седло на 500 брони. А, на 500 урона. Броня 25. Это урон здесь. Ёпка, макарёк, броня. Это здесь везде кусок говна. Ясно, здесь только урон вкачивается. Я что-то даже не замечал этого. Я и думаю, что такие большие-то цифры. Урон-то, конечно, там большие цифры будут. Да! Вот это вот число урон, да, это вы не ошиблись. Я просто психанул, короче, словами пошло все в жопу, я просто усилил себе урон и пошло все нафиг. Я не хочу еще раз искать светляка, ждать, пока он вылезет из-под скалы. Они здесь очень любят в скалы прятаться. Я светляка пытался вымыть из-под скалы минут 10. Мне легче было выключить, поставить урон большой и включить обратно. Обратно зайти на сервер. Чем томить светляка? Ну, честно, потому что, ну, во-первых, больше жнецов я убивать не буду. Ну, это единственная миссия, где жнеца убивать. Вот, а во-вторых, да пошло все в жопу, ну, честно. Поэтому это оказалось намного легче, нежели это... потому что урон там по 140, что ли, бил по обычному. Ну, такое себе. Вот такие вот фигня. Я закончу серию и обратно верну все на место. Я до сих пор понять не могу, почему у меня светляк помер, потому что циферки урона я не видел. Видел только по единичке, по единичке, по нулю, и все. Но обычно, когда светляков, ну, те, кто на плече глушит, то у них тоже отображается урон. Но здесь не отображался, поэтому, ну, и в жопу, короче. Дебилёхонькая миссия в том плане, что тебя заставляют пройтись обязательно по теме. Ну, то есть, во-первых, там... Непредсказуемо, то есть нигде не отображается радиация. То есть ты просто идешь и начинает по Рексу бить, начинает по тебе урон какой-то проходить, такой, да какого фига? Вот. Ну, в смысле, по Рексу, ну, на том, на котором ты бегаешь. Вот, то есть ни с того, ни с сего. Никаких значков нет, ничего. То есть, если на операции были значки,
радиации. Здесь никаких значков, ничего нету, но это как бы немножко тупо. Вот, ну и, собственно, игра тебя, то есть миссия заставляет тебя стоять там, где ты хвостиком можешь зацепить, и, собственно, твой светляк может сдохнуть прямо посреди миссии. То есть тоже немножечко тупо. Там, потому что я помню, я заходил в эту фигню, у меня 200 урона сразу же хлобысь, но это 200 урона. Это не ваншот был бы. И черт его знает. Может, и ваншот без брони. Ну, тут, конечно, да, но на светляка еще броню надо было надеть, но... Камон, там все равно не такие большие уроны должны быть. Такая вот фигня. Миссия чутка дебилёхонька. Вот припекло именно вот из-за того, что очень-очень много мелких, которые лезут под ноги, и ты просто из-за этого взлетаешь вверх. Рекс, который взлетает на... Ну, что получается? Нет, там, ну, говорю, вот там почти вот это вот, как моя вышка, высота. То есть я просто взлетел именно туда, потому что под ногами путались все дела. Ладно, на этом уже будем с вами, пожалуй, прощаться. Очень долгая миссия, это проходил прям чертовски. Вы серию видите, сколько она идет, уже 41 минут, да? 40 с лишним. Записываю я уже ее, наверное, часа два. Потому что, ну, прям очень сильно тяжелая, в том плане, что без светляка, да, это немножечко тяжело. А светляк у тебя может просто по щелчку пальчиков сдохнуть. Ну, я тому же с вами буду, пожалуй, прощаться. Говорю всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайк, комментировать. Ну и, конечно, делиться моими видео с друзьями. Это все, всем удачи, всем пока, всем счастливо добра, всем пока.